Всем привет, с вами Георгий, и вы на канале Garvin. Сегодня у нас для вас интересные новости. В композитном корпусе появился первый экземпляр у нас под брендом Garvin Pro, гайковерт, с приводным квадратом 1/2. Посмотрим, как это выглядит внутри. Кстати, коробка у нас говорит, что максимальный момент — это 980 ньютонов на метр. Итак, что внутри? Внутри сам гайковерт, в пакетике. Кстати, в комплекте к нему также идет штуцер. Не ко всем гайковертам идет штуцер, если что. Вот. Ну и инструкция на русском языке цветная, черт возьми. Композитный гайковерт. Вопрос, почему гайковерт композитный? Да просто потому, что это имеет место быть, и оно очень сильно влияет на вес устройства. Да, то, как, например, железный гайковерт будет гораздо тяжелее, но гораздо лучше себя показывать, например, на открытых площадках, где агрессивная среда. Плюс ко всему, данный гайковерт у нас имеет такой сбалансированный хват, рукояточка со специальным тиснением, классическая кнопка, к которой все привыкли. Переключение реверса выглядит вот таким образом. Кстати, где-то мы уже это видели. А видели мы это в нашем ролике, который называется «Битва гайковертов». Переходите по ссылочке, обязательно посмотрите. Сравнивая много гайковертов, получились интересные результаты. Выбор мощности реализован вот таким образом. Привычный тумблер, да, я думаю, здесь вряд ли кто запутается с рисками. Выход воздуха у нас снизу в рукоятке, внутри даже у нас установлен глушитель с такой специальной губкой, которая позволяет не вытекать пневматическому маслу прямо вам на ботинке. Ну и вес. В общем-то говоря, за что мы любим композитники, это за то, что при схожих потребительских свойствах у них вес будет ниже, чем у металлических коллег по цеху. Это может быть важно где? Для работы в цеху, закрытом, в крытом помещении, где нет никакой необходимости таскать гайковерт по улице, за хвост по асфальту. Да? Кстати, мы разбирали эти моменты в видео о том, как выбрать правильный гайковерт. Ссылочка также будет в описании. Обязательно посмотрите. Ну что, с веса смотрим. На 1/2 композитник наш весит 2 килограмма, друзья. Ровно 2 килограмма, без круглое число. Сравним его с нашим одним из самых популярных других композитных гайковертов Ликота. 2,190. Ну, а для особо внимательных и сильно несогласных, вот штуцер, да, давайте на всякий случай, 20 грамм. А для еще более смышленных, мы даже из пакетика его достанем. $2,190 и как раз металлический, такой heavy-duty, индустриальный его собрат. Здесь у нас 2,880, но это уже практически тут под 3 килограмма. В общем-то, разница вам должна быть ясна. Легкий, рукоятка не такая холодная, поэтому для работы в крытом цеху вот отличный, идеальный вариант. У нас на коробке было заявлено 980 ньютонов на метр. Предлагаю затянуть гайку и посмотреть, за сколько секунд он ее открутит. Только что мы затянули вот эту гайку на 1000 ньютонов на метр, плюс-минус достаточно точно. На данном гайковерте заявлен максимальный момент 980 ньютонов на метр. Давайте проверим, за сколько секунд данный аппарат сможет сорвать и открутить эту гайку. 3-4. Итак, по-моему, это было не очень долго, как мне показалось. И плюс ко всему, гайка была затянута на 1000 ньютонов. Кто, где такой крепеж вообще сейчас искать? В принципе, очень классный результат для аппарата такого размера. Нам осталось только посмотреть, что у него внутри. Выкручиваем 4 винта. Отсоединяем крышку ударного механизма. Внутри мы видим каретку, на которой крепится
непосредственно сам вал с приводным квадратом и ударные молотки. Отсюда и Twin Hammer. Компоновка стандартная, Twin Hammer плюс ротор с конструкционного пластика лопастями. В общем-то говоря, реверс выглядит вот таким образом, чтобы можно было внутри посмотреть. Композитная вещь, очень легкий корпус. Ну что, сегодня познакомились с новой моделькой в композитном корпусе в бренде Garvin Pro. Модель классная, куда она подойдет, конечно же, это любой автосервис, любой шиномонтаж, да и в принципе там, где любой производственный участок, который имеет под собой пневмолинию, я думаю, эта вещь будет помогать служить верой и правдой. В общем-то, это, ну, универсальная модель, что сказать, приводной квадрат 1/2, корпус композитный, легкий, сбалансированный, легко сидит в руке. Нам она зашла, надеюсь, она также понравится и поможет вам в вашей работе. За обзорами новых линеек, нового инструмента всегда возвращайтесь на канал Garvin. Также посмотрите наши предыдущие ролики, плюс активность в соцсетях, Instagram/Garvin. Везде ищите нас, на нашем сайте есть все контакты. Спасибо вам, что вы с нами. До новых встреч, всего доброго.